Подобные медицинские манипуляции для Юли уже привычны. Она донор со стажем и уже четвертый раз участвует в акции по сдаче крови. Ну, всегда страшно. Боюсь, когда иголку втыкают. А так, в принципе, хорошее чувство. Сидишь, играешь игрушкой. В ДК «Родина» расположились врачи и медсестры, готовые взять кровь у любого желающего. Донором может стать здоровый человек старше 18 лет. Перед процедурой берут небольшую порцию крови для экспресс-обследования. Медики проверяют уровень гемоглобина, группу крови и резус-фактор. Дальше пациента осматривает врач, и если все в порядке, потенциального донора отправляют на завтрак. До сдачи можно нежирное что-то, да, то есть вот сладкую булочку, какое-то постное печенье можно. Если доноры дома кушают, то можно даже там макароны. Без масла. Поучаствовать в акции пришли больше 100 человек. Совместными усилиями было собрано порядка 33 литров цельной крови. Очень важный момент проведения донорской акции именно осенью, потому что сезон ротовирусных, ОРВИ, заболеваний, да, уже мы не говорим о коронавирусной инфекции, всегда возрастает. И пациенты детского онкологического отделения всегда нуждаются в донорской крови именно больше осени. Всю собранную кровь отправляют в Московскую областную станцию переливания крови. Ее смогут получить дети, проходящие лечение в онкологическом диспансере. Ведь акция была проведена специально для маленьких пациентов. Кровь всегда нужна. Кровь выдается каждый день в больнице. И мы работаем на пополнение запаса этой крови. Люди также не перестают, несмотря ни на пандемию, ни на что, люди не перестают болеть, не перестают травмы быть, не перестают операции, что-то такое. Кровь всегда нужна вот для спасения жизни человеческой. Вот тут столько доноров, и они все такие молодцы, что они пришли, они просто помогают людям выжить. За сдачу крови донору дают 2 выходных и материальную компенсацию. Но люди признаются, что участвуют в акции не из-за подарков, а ради спасения жизни. Внести свой вклад в банк крови пришла двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. Узнала совершенно случайно вчера в соцсетях, прям поздно ночью, когда возвращалась уже домой. Даже не смогла записаться, потому что была вся запись заполнена людьми, было очень много желающих, но я все-таки смогла протолкнуться и попросить, чтобы сегодня поприсутствовать. После сдачи крови все доноры смогли принять участие в беспроигрышной лотерее. Юлия Андрюшина выиграла сумку «Шоппер». Внутри оказались антисептик, маска и шоколадка, а также игрушка-антистресс в форме сердца, как напоминание о том, что каждый донор может спасти чью-то жизнь.